Привет, у нас сегодня рабочий день, муж ушел на работу. Я проснулась, сварила себе кофе, сварила себе кашу ячневую в пакетиках. Вот, сходила, покормила кошек, свою кошку покормила, кота. Вот, сейчас я поставлю стирку, поставлю постельное белье. У нас сегодня солнечно, надо быстренько воспользоваться. Постельное белье мужа сейчас заложу все. И поставлю стираться. Сначала домашний. Потом на балконе все. Думаю, может, в палисаднике посадить. И на улице тоже полью сейчас. Тоже.
Вот так. И вот эти тоже цветочки мы польем сейчас. Фиалочки. Аккуратненько. Почти все уже зацветают. От солнца их загораживаю, жалюзи открываю вот таким образом. Полностью не открываю, потому что сразу начинают гореть. Если это у меня одна попала, то что-то подсаживать будет. Магазины откроют, может что-то подсажу. Сейчас пока. И остались у меня на кухне цветочки. Сейчас я их тоже полью. Такой вот. Сейчас воду полностью налью везде. И все. Через полевая понедельник и четверг. Машинка постирала, я ее протерла. Вот, вывесила белье. Везде помыла пол. Везде. Помыла в спальне пол, помыла на кухне пол и помыла в зале, в коридоре. Есть можно блиночек. Еще это. Всем привет. Еще я погрела кашу. Надо еще, наверное, погреть. Я что-то холодное. Вот. И с чайком. Чаек нагрела. И сейчас поставлю стирку. Ставлю стирку. У меня тут футболки. Видите, как его, шорты и цветные наволочки. Вот, все загружаю. Насыпаю порошок. Закрываю. Включаю на 60 градусов, потому что у меня там в основном хлопок. 1000 оборотов ставлю. И все. Вот, все. Будем это ждать. Сегодня у нас день пасмурный. Очень холодно, меньше 10 градусов. Не знаю, сколько теперь просохнет белье. Готовили вчера свинину на пару с мужем. Ничего не видно, свет плохо падает. Вот. В мультиварке все это я
Закрываю в емкость и в холодильник. Все будем доедать. Повесила всю одежду. Сейчас пойду протру машинку. Протираю машинку, вот эту вот. Сначала крышку, потом вот здесь отсеки протираю, чтобы все было сухое. Так, потом внутри протираю сам барабан. Так. Протираю резинки. Так вот. Чтобы быстрее все высыхало. Можно даже на пару минут оставить тряпочку, чтобы там все собралось. Вот так вот. Потом я ее развешу сушиться. Завариваю чай. Споласкиваю кипятком, обдаю чайник, выливаю, насыпаю чаю. Я взяла такой тесс с шиповником, с яблоком. Где-то примерно насыпаю 4 ложки чайных. Так вот. И заливаю кипяточком. Закрываем полотенчиком. Носик оставляем. Так вот, будем ждать. Поставила йогурт на 8 часов. Литр топленого молока, 400 миллилитров простокваши. Сахар и ванильный сахар можно добавить. Можно добавить какой-нибудь вареница. Вот. Йогурт 8 часов. От 8 до 12 можно ставить. У меня режим йогурт. Если режима йогурта в мультиварке нет, можно поставить на мультиповар 40 градусов. Тоже так же на 8-10-12 часов. Сделали на ужин мой салат. В салате такие ингредиенты, как тунец 250 грамм, 2-3 яйца вареных, разрезанные на четвертинки, помидорка одна большая, но можно использовать черри пополам разрезанную, 2-3 картофелины отварных или запеченных в духовке. Надо их охладить и нарезать тоже где-то примерно на 4 части. Средний картофель. И зелень. Идет, значит, у нас зеленый лук, укроп, петрушка по небольшому пучку. По-моему, все сказала, да? Заправка. Заправка у нас идет 2-3 столовых ложки растительного масла, чайная ложка горчицы зерновой зернышками и 1 чайная ложка лимонного сока. Все это заправляется. Соль, специи по вкусу. Сильно мешаю, только слегка. Как вам хватает маслица, можно маслица добавить. Масло можно использовать подсолнечное, можно оливковое. Кто как любит. Всем приятного аппетита, кто сейчас ужинает или обедает. Варю на утро манную кашу, налила где-то 0,5 литра, чуть побольше молока, насыпала туда, как только немножко молоко нагрелось, я насыпала туда этой манки,
60 грамм взвесила стаканчиком мирно. Сейчас буду варить на медленном огне после закипания 10 минут. Потом добавлю щепотку соли и 2 чайные ложки сахара. И поварю еще минутку. Выключу и в конце добавлю кусочек сливочного масла. Каша у меня сварилась. Кладу кусочек сливочного масла. Размешиваю. Можно закрывать. Завтра мужу на завтрак. Сейчас чем буду заниматься? Я сижу, вижу. И сейчас буду смотреть своим ходом, а потом посмотрю паутину, 10-ю часть. И буду ложиться спать. Так что всем пока-пока, до завтра.